Ни одного срыва, вообще ни одного срыва. То есть я хотел очень кушать. Я хотел. Даже вот в кофеин ходил с друзьями, как бы они кушали салатики, роллы, пиццу. Я заказывал либо литр бонаквы, либо чай зеленый. И сидел. Ни одного срыва, серьезно, даже там дома, еще где-то. Наверное, поэтому вот удача пришла ко мне, то что захотел кушать, я лучше съем яблочко. Срывов не было.